попробую поднести все-таки к своему мужику свою колбу, и мы с вами посмотрим, что же получится. Я вам обещала, что мы сделаем молнию. Мы ее сделали. Близко не подходим. У меня он с собой есть, просто нам не будет видно этих молний, вон он там уже, потому что слишком темно. Посмотрите, я даже близко не подношу, а молния все равно есть. Ее даже можно пальцем поводить. Ой. Нет, ребятушки, я думаю, что можно просто протянуть ручки и почувствовать ее энергию. Нет, не близко, отходим. Ты чувствуешь, просто ты сам этого не понимаешь. Почувствовала? Замечательно. Все, отходим подальше. И это сила немножко другого организма, немного другого разума. Здорово. Ну что, ребята? Отходим подальше. Ребята, ну что? Вы готовы к самому грандиозному? Я вам говорила, что мы сейчас вызовем какую-нибудь силу. Так. Ну что ж, раз обещала, значит... Но только для того, чтобы кто-то здесь появился с другой планеты, нужно мне помочь. Хорошо? Ребята. Ребят, все отходим немножечко со сцены. Все. Так, все отходим. Я немножечко убираю свой стол. Вот сюда, в стороночку. И, ребята, как раз таки, оно мне сейчас и нужно. Это не телефон. Эта штука призывает сюда этот неземной разум. И вы, ребята, мне сейчас должны будете помочь. Я ее включаю. Да, мы сейчас будем посылать сигнал. Ну-ка, кто знает, что это за фигура? Круг, правильно. Если точнее сказать, то это сфера.